Спуск на набережную с улицы газеты «Звезда». Водители десятков автомобилей решили припарковать их здесь. Такую картину местный житель Иван Пенкин наблюдает ежедневно. Мужчина уверен, прогулки по набережной должны быть безопасными для пешеходов. А тут на постоянной основе вдруг появилась парковка. Приходится опасаться выезжающих и заезжающих авто. Нужно машины, значит, чтобы не ставили, шлагбаум поставить или еще каким-то образом прекратились, чтобы вот эти машины как стоянку использовали. Впрочем, ничего удивительного, считают пешеходы. Автомобилисты нашли здесь бесплатную парковку. Как платную парковку ввели? Потому что здесь, ну, я так понимаю, что не обязаны оплачивать. И действительно, с начала работы системы платных парковок в центре города спуск на набережную с улицы газеты «Звезда» стал удобным местом для бесплатной парковки. Вот здесь как раз проходит граница зоны этой самой платной парковки. А дальше, смотрите, никаких запрещающих знаков нет, ну, кроме шлагбаума, который сейчас открыт. Спуск этот у автовладельцев действительно популярен. Пока оператор вел съемку, несколько машин намеревались проехать на набережную, дабы занять место в бесплатной зоне. Но при виде камер водители разворачивались и вставали в парковочные карманы платной парковки. Иван Пенкин говорит, парковаться здесь начали с полгода назад, после того, как кто-то открыл этот самый шлагбаум. Он был закрытый, но все тут сломали, что-то замочек убрали, цепочку убрали, и все, машины стали ставить. Можно ли в этом месте парковать автомобили? С этим вопросом мы обратились в администрацию города и получили письменный ответ. Въезд со стороны улицы газеты «Звезда» является техническим проездом к пешеходной части набережной. Он необходим для заезда уборочной техники и транспорта к подстанции «Энергетик ПМ». На въезде установлен шлагбаум, однако нерадивые автомобилисты уже несколько раз срывали замок. Сейчас прорабатывается возможность установки на данном участке дорожных знаков, запрещающих движение и парковку по проезду. Напомним, система платных парковок в центре Перми начала функционировать с августа прошлого года, а зона их действия пока ограничена улицами Попова, Пушкина, Островского, Монастырская и Акулова. 1 час парковки стоит 15 рублей, плата взимается только в рабочие дни с 8:30 до 19:30. В этом году границы платной парковки собираются увеличить. Поиск бесплатных мест, пусть и не всегда легальных, у автомобилистов продолжится. Евгений Гуляев, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.